Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Ребятки, сегодня я вас приглашаю в новый выпуск. Новый район, новая квартира. Будем изучать, гулять и все это дело вам показывать. Вдруг вы, так же, как и мы, хотите остановиться в этом районе. Вам тем более будет полезен этот выпуск. Ребятки, ставьте лайки. Пишите комментарии, все самые важные и нужные ссылки там, как всегда, в описании. А перед началом выпуска я хочу объявить акцию. Такие акции мы периодически делаем для тех ребят, у кого есть своя услуга, свой какой-то маленький бизнес, либо еще что-то. Мы запускаем акцию, рассказываем, показываем про них на своем YouTube-канале. То есть мы делаем рекламу для таких ребят. Мы это делаем с целью помочь маленьким компаниям, маленьким ребятам, которые занимаются той или иной деятельностью, увеличить свои охваты и помогаем привести новых клиентов. Так вот, если у вас есть свое маленькое дельце, либо вы, например, педагог, либо у вас есть какая-то определенная услуга, мы можем вас прорекламировать на нашем YouTube-канале. И сделаем мы это, ребята, по специальной и очень низкой цене. По промокоду «Славян» пишите мне на электронную почту, которая указана там в описании, рассказывайте про свой проект, и я вам с удовольствием сделаю рекламу. Наши выпуски набирают в среднем за месяц 35 тысяч просмотров, ну а если куда-то залетает видос, то и то больше. Не упускайте свою возможность прорекламироваться на нашем YouTube-канале по очень и очень сладкой цене. Пишите мне на почту, ну а вот теперь лайки ставьте авансом, пишите комментарии в процессе и погнали в новый выпуск. Здесь в квартире есть кофеварка, что очень прикольно. Есть даже полная банка кофе. Это, не знаю, ну, наверное, это не я, просто. О, даже с ложечкой. А еще мы купили вчера гречу. Гречка стоит 65 лир, представляете? 200 рублей, грубо говоря. Но здесь полноценный килограмм. Такой вот завтрак у нас сейчас будет. Осталось только разобраться, как устроена эта кофемашина. Как здесь заваривать. Ну, я примерно понимаю, что сюда наливается вода, сюда насыпается кофе, сюда это все накапывает, и мы довольны пьем. Только такое ощущение, что там снег, видите? Снежинки. Ладно, сейчас все сполоснем и будем завтракать. Завтракать будем с прекрасным видом. У нас вообще здесь уже движуха в бассейне. Видите, как красиво у нас тут. Вот, здесь накроем стол и будем завтракать. Супер же, да? Невероятно. Я разобрал ее полностью, короче, промыл. Здесь вот в этих вот штуках были накипи всякие, все прочистил. Сейчас просто прогоняю воду. И то она дает осадок. Надо на пару раз прогнать, потому что неизвестно, сколько вообще все это дело стояло. Эту квартиру купили ребята из Москвы удаленно. Они даже не смотрели вообще ее, представляете? Ну, чисто по видеосвязи, там, туда-сюда и все. Поэтому, как говорится, мы сейчас ее обживем, и они сюда приедут летом отдыхать. Да, вот эта машинка сюда. Ну, а теперь, как говорится, финиш. Готовим кофеек. Как же круто, маркиза нас прячет от солнца. Посмотрите, настенка полностью до конца выдвинула. Полностью, видите, вот балкон заканчивается. И, собственно, маркиза, и у нас солнца-то как бы и нет. И все, и мы сидим в теньке. Завтракаем, наслаждаемся этим прекрасным утром. Вот. А потом, когда нам нужно солнце, можно загорать. То маркизу просто убираешь и загораешь. Как вам? Мне кажется, это вообще шикарная опция. Кофе готово, представляете, начинаю снимать и говорю, блин, как же здесь не хватает ленты. А потом голову опускаю, и тут не просто лента, тут точечные светильники, еще и с регулировкой яркости. Видали как? И, кстати, вот эти вот штуковины стоят по всей квартире, что тоже плюс. Ладно, сейчас посмотрим, что за кофе у нас вообще получилось и вкусная ли. О, ну цвет насыщенный. Супер. Так. О, здесь даже еще немножко осталось. Я просто специально еще долил немножко воды. Вот, но не надо было, значит. Ну ладно, первый раз пробуем. Ну, как говорится, за первое утро
В новой квартире? А мне. А мне. А мне. О, слушайте, клевый. А мне. Сейчас я тебе водичку принесу. Вот так вот, завтраком. Смотрите, как здорово. Мы очень много путешествуем, и хочу сказать, что сейчас путешествовать стало гораздо сложнее. Очень важный момент – это деньги. Как получать себе деньги, если вы зарабатываете, например, в рублях? Сейчас я вам расскажу, как. А еще немаловажный момент, когда вы путешествуете, это страховка. И вопросы, где сделать, сколько стоит, также он всегда актуален. Сейчас я тоже про это расскажу. Я уверен, что у нас много зрителей, которые уже оформили себе дебетовую карту от банка Тинькофф. И да, конечно, кто-то сейчас скажет, а зачем нам сейчас Тинькофф, если Тинькофф за границей не работает. Так вот, ребята, я спешу к вам с очень интересными новостями, ведь Тинькофф сделал платежную систему Union Pay. И по такой карте можно беспроблемно, например, точно зная, что в Зиратбанке, снять наличные так же, как и раньше. Очень удобно. Еще эту карту можно выпустить виртуальную, даже если вы находитесь уже за границей. Если вы находитесь на территории России, то можете сделать себе карту либо пластиковую, либо даже металлическую, выбрать себе дизайн. Помимо всего этого, по моей ссылочке в описании, вы получите бесплатное пожизненное обслуживание, повышенные кэшбэки, а после первой покупочки вы еще и получите себе обратно 500 рублей на карту в виде кэшбэка, который равняется 1 к 1 рублю. Мелочи, а приятно. Кто еще не оформлял себе такую карту, по ссылочке переходите и обязательно оформляйте. Помимо всего этого, после того, как вы оформите, совершите первую покупку, получите все свои бонусы, я рекомендую вам, также по моей ссылочке в описании, оформить себе подписку премиум. Она дает кучу привилегий, например, у вас будет инвестиционный помощник, который вам смогут рассказать, что покупать, что не покупать и почему. Но это важно для тех, кто занимается этим. Также у вас получится еще больше повышенных кэшбэков, там куча привилегий, но самая интересная привилегия это та, что вы сможете сделать себе страховку, внимание, за 0 рублей. За 0 рублей вы ее сможете сделать в том случае, если вы будете тратить с этой карты больше 150 тысяч в месяц. Ну, я думаю, что многие тратят. Ну а если даже и не будете тратить, то в месяц вы будете оплачивать всего лишь 2000 рублей за обслуживание этой подписки. Так вот, страховой полис вы сможете оформить себе аж на 5 человек, 2 взрослых и 3 ребенка. Мы, например, оформили и теперь дышим спокойно. А еще эта страховка покрывает не просто типичные услуги, да, если вы просто ходите на пляж. Нет, даже если вы занимаетесь экстремальными видом спорта и, не дай бог, получили травму, страховочка все покроет. Если заболел у вас даже зуб, то она тоже все покроет. В общем, ребятки, карточку оформляйте, подписку премиум оформляйте также по моей ссылке в описании. Продолжаем. Мы пока смотрим свой же выпуск. Как мы переезжали в эту квартиру, мальчишки уже ушуршали купаться. Вон, видите, в басике плавают. Молодцы. Я вот не хочу, я хочу на море. Учитывая, что море теперь у нас очень рядом, надо ходить на море. Сейчас они немножко покупаются, мы посмотрим и пойдем на морюшко. Капец, короче, утро добрым не бывает, как говорится. Вот монетизация отключена, ну то есть нам не поступают денежные средства с просмотров, которые совершаются с территории России и Украины. И это, конечно, грустно, но как бы ладно. Какие-то копейки все равно падают, и они падают, естественно, в долларах, но так как все банки отказываются от приема долларов, единственный банк, который это делал, и все блогеры перешли на него, это Raiffeisen. В итоге сегодня пришло сначала вот это, в итоге написал в техподдержку, и мне вот это написали, прикиньте, то есть за каждый входящий перевод они будут забирать 50%. И вот вы многие спрашиваете, типа, мол, а зачем, типа, делать это все-таки ВНЖ, зачем оно нужно, вот как минимум хотя бы для этого, чтобы мы могли взять и создать новый Google аккаунт, AdSense, и прикрепить туда уже непосредственно турецкий счет в турецком банке, и спокойно хотя бы получать то, что нам положено получать. Да, учитывая, что мы развиваем также площадку YouTube, да? Вот такие вот дела, ребята. Грустно, грустно, но ладно, двигаемся дальше. Ну и все, удаляем этот способ оплаты. Прощай. Вот так вот. У нас же сегодня рынок в Чемьюи. Вот, пожалуйста, да, мы только из комплекса вышли, и вот уже и рыночек. Но чтобы ходить на рынок, нужно обязательно с собой взять, понятное дело, тележку. Много раз ее показывали, как она выглядит, но ее нету. Но мы теперь рядышком, можно прям носить пакетики свободно домой. У нас есть коляска. Вот, так что все будем складывать туда. Но еще прежде, чем пойти на рынок, нужно
взять кэш, потому что карты там не принимают, ну прям буквально там одна палатка на весь рынок, которая может что-то принять, а так нет. И естественно, чтобы получить кэш, нужно что сделать? Правильно, пойти в банкомат. Банкоматы у нас ближайшие только там, где море почти, поэтому сейчас быстро прогуляюсь и сниму немножко кэша. Мы обычно укладываемся в 500 лир, надеюсь, нам этого хватит. Немного кэша намутили, сейчас, наверное, зайду за всеми своими, и мы пойдем уже непосредственно на рынок, что-нибудь купим. Ну, единственное, что я не знаю, мы обычно, знаете, как покупаем сразу на неделю, ну а здесь, учитывая, что мы в подвешенном состоянии, нам там типа результат ВНЖ может уже хоть завтра прийти, мы просто уже долго ждем. По идее, вот-вот и уже должен быть. Есть ли смысл закупаться на неделю? Непонятно. Но посмотрим сейчас, как Настенка, как говорится, скажет, так и сделаем. Кстати, еще такой огромный плюс, который выскакивает сейчас. Вот в Чемвиве, где мы живем, вот смотрите, солнце светит, у нас в комплексе солнце светит. А вот там вот-вот-вот в горах, как я всегда говорю, видите, у подножья гор, если вот мы в том комплексе жили, то всегда пасмурно, тенечек. Как бы тенечек и плюс, но он же и минус. Все-таки лето, хочется загорать. А вообще, на самом деле, очень здорово переезжать, менять место жительства, ну, по крайней мере, нам. Почему? Потому что всегда что-то новое, новые эмоции, новые какие-то маршруты, и всегда как бы познаешь что-то новое. Ну да, конечно, кто-то скажет, что, мол, типа, блин, типа, быта нету, своей кровати нету, угла у детей нету, и так далее, и тому подобное. Ну, опять-таки, знаете, вы вот, когда будете уходить на тот свет, вам этот быт вообще не нужен будет. Вы будете вспоминать яркие классные моменты, а не быт и как вы делали ремонт, как обставляли свою комнату, либо там свой дом, либо квартиру. И вот это вот все, типа, знаете, как подарок, купить какой-то там iPhone там или еще что-то, либо вот построить дом, это радость такая, типа, мгновенная, а потом это превращается в обыденность, вам становится на это все равно. А вот путешествие и постоянная смена локаций — это эмоции навсегда, которые садишься вечером и вспоминаешь. Все, все в сборе, да, парни? Угу. Идем на рынок. И еще грибной дождь. Так, Тёма, открывай. Кстати, я попал же в банкомат, и сразу что, Тёмка, я сделал? Только не все, но тоже хорошо. Вот так ну, вот. Ну, пап, я дал 500, а должен был отдать 600. Ну, потом отдам еще соточку, что ты? Смотрите, вот у нас выходишь из комплекса. Осторожно, машина. Да, и прям сразу рынок. Слушайте, ну так мы еще, по-моему, ни разу не жили. Вот прям, чтоб вот так вот. И самое, что здесь классное, что не набито здесь вот этими фургонами. У них там есть одна большая парковка. И люди-то приезжают, собственно, здесь нет этого кошмара, как бывает. Как здесь мало людей. Я, кстати, напомню, что мы здесь еще впервые. О, помидоры 15, баклажаны 5. О, дынька 15, такая 10. Черики по 20. Еще здорово. Огурцы по 15. Бананчики. Ладно, сейчас мы решим, что будем покупать. О, здесь, кстати, можно еду готовую купить. Прикольно. Кукуруза по 10, вареная, наверное, по 20. Персики по 20, а нектарины по 30. Черешня по 50, там по 40, клубничка по 35. Арбузики сегодня ели. Так, ну что, пойдемте картошку возьмем, наверное. Здесь, кстати, вот еще и вещевое, и всякая это, сантехника, хотел сказать. О, гречка, кстати, продается. Не получилось у нас уложиться 500 лир, потому что мы взяли огромный арбуз. Кстати, сейчас цена на арбузы 8 лир за килограмм. Совсем недавно, буквально неделю назад, там, или даже 2 недели назад, поскольку 30 лир, да, за килограмм. Ну что-то они вообще были золотые арбузы. Сейчас вот все, ценники на арбузы упали, это хорошо. Морковка чуть подешевела. И единственное,
рынок пустой, нету тыквы. Вот, тыква пропала. Не знаю, с чем это связано. Кстати, еще очень важно то, что мы купили там плюс-минус то же самое, да, но единственное, что 500 лир не уложились. Но сейчас лира не 4,1 и 4,2, как мы выводили, а сейчас она подпросела. 3,5 мы сейчас выводим, уже несколько раз выводили. И, соответственно, поход на рынок теперь немножко выгодней. Подорожали авокадо. Раньше они стоили 15-20, сейчас 30. Вот. Но в любом случае чуть повыгоднее, потому что курс интереснее стал. Ну, для нас лично. Кстати, ребятки, коли у нас сегодня получился рынок, мы набрали редисочку, картошечку там и так далее и тому подобное, мы решили, пока шли с рынка, что нужно сегодня приготовить окрошку. Поэтому я сходил еще в магазин, взял дополнительно там, что нам надо было, яйца. Единственное, что колбасы нет нормальной, но мы просто нарежем грудку и ее сварим. Вот так вот, как в оливьешку, знаете, такое добавим. Так, сейчас приду домой, будем готовить. Я тут недавно увидел лайфхак, как сварить картошку, чтобы потом кубики вот эти вот не разваривались. Так вот, ее просто нужно заранее нарезать на досточки и потом уже сварить кастрюли. Собственно, сейчас это и сделаем. Единственное, что Настенка этот лайфхак не видела, поэтому она сразу крупную вот эту здоровенную картошку положила и вот сюда в кастрюлю начала варить. Поэтому я сейчас ее достал. Сейчас она чуть остынет. Только начала вариться. Нарежу, и вот тогда будет классно. Не надо будет потом вареной вот это мучиться. У нас уже почти все нарезано. Здесь у нас уже все сварено. Сейчас надо все теперь перемешать, да? Вроде как так. Но вот серьезно, вот с окрошкой прям ощущается лето. Смотрите, какая красота. Ням-ням. А пока я готовил, у Тёмки был урок программирования, да? Что, да, прикольный? Да, пап, смотри, давай, как мы сделали. Давай. Главное, в стену не врезаться, иначе у меня будет все заново. О! Тёмка, нам надо игру с тобой создать. О! Финиш. Артём, а можно круто. Я попробую? Слушай, ну прикольно. Хорошо, давай. Ну, так вот. А у него вот почему-то... Сейчас, подожди, я его покажу. Здесь вот вниз надо. Вот вниз. Такой у него креативный учитель. О, видите, как близко я подошел к стене. А сейчас, ну, так, конечно, вот. Классно. Так. Современное образование должно быть именно таким. 100%. Тёмка еще занимается, Настенка с Мироном. Родик помогает Артемке, точнее тоже пытается что-то понять в этом уроке. Так что я буду обедать один. Кстати, здесь кефира, может быть, и можно найти, но, по крайней мере, здесь конкретно его нету. Поэтому окрошка будет с айраном. Сейчас посмотрим, насколько это будет вкусно. Вот теперь точно лето. Класс. Кто в Турции, делайте на айране. Очень вкусно. Офигенно. Надо соседям, европейцам дать. Сказать. Russian soup. Знаете. Ну, у нас испортилась погода после обеда. Льет дождина. Конкретный. Видимо, вместе с окрошкой мы съели лето. Давай откроем, получим. О, пока. Как моргнуло. Вот это жахнуло. Нормально так. Вай-вай. Я вот думаю, маркизу не сломает ветром. Наверное, нет. Надеюсь. Но вот у ребят тоже вытащенная маркиза. Вот у этих, но у них там еще балкон застекляется, а у нас нет. Ой, что творится, наверное, там сейчас в Асламбаджайке, где вообще все затянуто конкретно. Вот так вот, парни, да? Ой, сейчас опять бахнет, смотри. Класс. Накрыло вообще конкретно. Залило все подряд, а сейчас вот так вот, бам, смотрите,
вершина Тахталы, все видно, вот прям красота, видимо, туда вот в море все ушло. Здесь вообще ни облачка нет, классно. Мы идем на набережную реки Агва, называется, или Агва, как там правильно. Да, Мироша вообще. Вот так вот, да. Пока вы нас смотрите, Мирошка уже на самокате научилась кататься. Правильно, самокат бросил, биби. Оп, а вот уже и не надо, а нет. Да, да, Родик ролики несет, у него они в портфеле. Все правильно. Да, он знает эту тему. Машина, шик, все, в сторону сразу отбежал. Ничего ему не интересно. Смотрите, как красиво. Красота. Его тоже, да? Кстати, вот это вот тоже продается дом. Вообще классный, смотри, какой прикольный. На нем висит сателлик. Мы все смотрим, что купить. Что купить можно без денег в Турции? Напишите, пожалуйста. Очень, очень нужная, очень актуальная информация. За 0 лир. Есть что-нибудь? Вот буквально, я не знаю, в 3 минутах от нас набережная реки с прекрасным видом на гору Чалыш. Огромный флаг. Смотрите, какая клевая набережная. Мы ни разу здесь не гуляли. Да. Смотрите, как здесь здорово. Беговые дорожки, велодорожки. Подожди, стой, сейчас их подождем. Там вон огромная детская площадка. Сейчас, я думаю, мы до нее дойдем обязательно. Беседок, смотрите, как много. Просто через каждый, не знаю, сколько там, 10 метров, да? Супер. Вот тут надо перейти дорогу. Впервые с вами мы здесь. Добро пожаловать. Смотрите, как здорово. Какие клевые, бесконечные дороги. Да, в ту сторону. Смотрите, как круто. И прекрасная река, которая, я не знаю, бывает ли она полноводная. Ну, скорее всего, да, она идет из каньона, когда здесь прям сильно кошмарят дожди. Че? Да. Короче, вот так вот вдоль набережной можно идти гулять и прийти как раз к пляжу Чемью-Ахал, который, и там, где стоят автодома. Вот. Смотрите, как здесь круто. Спокойно, есть где погулять, прекрасные виды, свежий воздух. Ну, крутяк вообще. Чемью, вот прям вот пока вот реально нету никакого минуса, что типа можно сказать было, вот в Чемьюве есть такой-то минус. Вот пока вот, пока нету, пока ничего не нашли, как говорится. Вот за это мы и любим переезды, живем постоянно в переездах, чтобы сравнивать, открывать для себя что-то новое. Но это реально так клево, просто. Ну сами, да, видите, вот так вот. Традиционно вот эти, хотел сказать, турникеты, тренажеры. Все сделано, здесь прям это, видите, новенькое. Единственное, что в Турции, не понимаю, куча вот этого вот всего, но вообще нету брусьев и нет турников. Да, Мирош. Вау, вау, какая площадка, вау, все такое, новенькие классные. Вау, вау, сынок, скорее, да. Да вы уехали. Тёма, почему ты бросил скейт и портфель прямо на проезжей части? И вижу, что тебе же помог. Че? Да, я вижу. Я не то, что мокрая, тут насквозь вообще. Класс. Блин, Мирон, ну ничего. О, качельки, супер. О, они все мокрые, сынок. Смотрите, как здорово. Блин, очень клево. Просто еду. О, блин, ну клево вообще. Все, можно здесь немножко залипнуть. Здесь, кстати, можно, вот, пожалуйста, просто посидеть, как Родик. Вот можно с видом на реку посидеть, на гору Чалыш. А можно вообще, если живете там где-то в другом районе, то можно спокойно сюда приехать. Есть парковка вот так вот, совершенно бесплатная. Как здорово, да? Это школа, по-моему. В общем, детям здесь полная раздолье вообще. Мирошка гоняет уже с ними наравне, представляете? Вот это да, нам надо было тоже что-нибудь, ну ладно. А мы на своих двоих. Не, ну у меня, возможно, скейт приедет, а ты на чем поедешь? А мне велик надо. Кого? Велик. Что это? Велосипед. Велосипед? Буду кататься. Здесь, получается, набережная заканчивается, ну буквально еще там метров 100, наверное, и все, начинается море. Мы двигаемся обратно. И здесь какие виды красивые. Тахталы, хребты. Класс, вообще, просто класс. Так, ребятки, я уже говорил как-то в выпуске, кто хочет подняться пешочком на Тахталы, напишите мне, вместе это сделаем. Если у кого есть такое желание
прогуляться. Как я понял, по своим расчетам, путь примерно составит от деревушки там одной 4 примерно часа. Возьмем свою водичку, перекусик и пойдем. Либо на рассвет, либо на закат. Пишите мне в социальную сеть, договоримся. Мы такую интересную штуку купили в Мигросе. Сейчас дойдем до дома, покажу. Так, ребята, вопрос к знайкам. Что они делают? Что они распыляют? У нас было предположение, что они распыляют какую-то херню от тараканов. Здесь такие гигантские тараканы, как на Шри-Ланке. Возможно, от них. Кто в курсе, напишите, что это за херня. Но это явно не реагенты. Здесь нету снега. А купили мы пидешки. Смотрите, в упаковке 3 штуки. Мясные, сырные. Мне тоже кажется, что они разрастутся. Вот. И цена сырные по 80, эти по 75, да, по-моему? Стой, а в кафе стоит одна сейчас. Ну да. Ну там в кафе побольше они в любом случае. Хотя не факт. Не факт. Может, они сейчас разойдутся действительно. Ну они прям сильно-то не разойдутся. Ладно, сейчас посмотрим. И попробуем. Вкусно, невкусно? Ну смотрите, какая красота у нас. Получилось! Осталось только понять, вкусно это или невкусно. Мне на самом деле уже сказали, что очень вкусные штуки. И мясо очень вкусное, и сыр вкусный. Классная. Слушай, ну классно вообще. Мясо вкусное. Не переперченное, как бывает, даже да. Такое, да? И прям натуральное. Вот. Рекомендуем, кто здесь, попробуйте. Классно. И всем пока-пока!